И в Одессе дебютировало первое в Украине хоровое шоу «Сакраментум», что в переводе с латыни «таинство». Его представил эстрадный хор «New Voice» под управлением Микаэля Киладзе. 29 ноября масштабное хоровое пение в сопровождении струнного оркестра «New Voice Jazz Band» и светового шоу представили в оперном театре. 35 исполнителей на одной сцене, два отделения – джаз, фанк, поп, рок с оркестром в необычных аранжировках. Все это действо сопровождала хореографическая постановка. Герой, то есть я буду искать это таинство на протяжении двух отделений через поп-музыку, джаз-музыку, фольк-музыку, авторскую музыку, молитвенную музыку. Это будет 24 произведения, очень больших произведений, которые мы переложили на свой лад, и это будет начиная от Потапа Насти, Океана Уэльса, заканчивая дивой Эллы Фиджеральд, и, конечно, старинные лемкевские песни, украинские традиции, которых я просто очень обожаю эти песни переделывать.